Компания «Электромотор» представляет самоходную бензиновую газонокосилку «Штурм», модель PL4146S, идеально подходящую для стрижки газона и ухода за приусадебным участком. Это мощная и легкая в управлении, полностью автономная и надежная газонокосилка, которая имеет три режима работы. Это сбор травы в мягкий травосборник, боковой выброс травы или мульчирование. Травосборник может вмещать до 70 литров скошенной травы, что обеспечивает продолжительную работу без перерывов. Ширина стрижки составляет 46 см. Имеет 7 положений высоты стрижки, которые легко переключаются рычагом. Корпус газонокосилки сделан из стали. Технические характеристики. Высота стрижки от 25 до 80 мм. Площадь стрижки до 600 квадратных метров. Тип двигателя – четырехтактный, бензиновый, Briggs Stratton 500. Объем двигателя – 158 сантиметров кубических. Мощность двигателя – 3 киловатта. Объем топливного бака – 0,8 литра. Вес – 33,1 килограмма. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5-300-38.